Ну что ж, зрители, подписчики, я на Дунае. Это один из островов, который на нем расположен. Я подошел специально, чтобы посмотреть одну статую. Я уже поснимал здесь практически все на свете. Вот такая у нас канителька. Я сейчас прибавлю. Это смотровая площадка. Я на ней уже был, и как видите, на ней турист или просто посетитель. Ну а в самом центре острова, на стыке, расположена такая вот статуя. На ней изображен какой-то человечек. Тот человек, который имеет смысл. Больше на человек смахивает. Отличная хрень. Пойдем посмотрим вокруг. И подумаем, а нахрена ее здесь вообще поставили? Вообще, монумент посвящен погибшим во Второй мировой войне. Что на самом деле хотели показать. Вот это вот уже неясно. На той стороне расположена еще женщина. Скорбит о ком-то. Ходящий здесь по округе, рассматривающий местные достопримечательности. Сейчас я как раз спускаюсь к Дунаю посмотреть уточек. Кормить мне их нечем. Я ничего с собой не взял. Но пейзаж впечатляет. Типичный немецкий вечер. На берегу Дуная. Вдалеке расположен конгресс-центр. Сейчас мы на него наведем и прибавим. Один из мостов, который соединяет Ульм и Новый Ульм, и здание самого конгресс-центра. Зазеркальный местный небоскреб. Ну, такого проблем точно нету, так это у этих уток. Стрелять их тут никто не стреляет. Ловить тоже не ловит. Плывет сама себе. И плывет. Вот поплыли утята. Они думали, мне что-нибудь пожрать, да? Мне уже самому на ужин пора. Вот, в принципе, и все. Опробовал новое оборудование. Наверное, перейду целиком на телефон, потому что в GoPro, можно сказать, я разочаровался. Греется как сука, долго батарея не держит, и качество, я хочу сказать, уже не то, которое мне хотелось бы. Ну, на сегодня все, всем привет из Ульма, с острова на Дунае, на границе между Баварией и Баден-Вюртемберг. Пока!